Всем привет, с вами Фокс, и в этом видео хотела вам рассказать про штаны Navy Custom от Cray Precision и сделать небольшое сравнение. Но для начала хотела вам немного рассказать про саму фирму Cray Precision. Данная компания была создана в 2000 году и создавала свои штаны не только на своих предпочтениях, но и на предпочтениях ветеранов военных действий. Именно поэтому у нее получились такие крутые и удобные штаны. Теперь давайте рассмотрим данные штаны поближе. Застегиваются они на велкро и на пуговицах. Есть 5 шляжек для ремня и множество карманов для различных задач. Это у нас боковые карманы, задние карманы на велкро, набедренные карманы на велкро и пуговицах. Передние карманы на велкро и карманы на голени. Почти во всех карманах есть возможность расширить объем, увеличить объем, кроме боковых карманов и задних карманов. Также есть 3 типа регулировки. Это в боковых карманах регулировка высоты колена, регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Также установлены тянущиеся вставки в области колена и в области поясницы. Теперь давайте поговорим о материалах. Данные штаны изготовлены на 50% из нейлона и 50% из хлопка. А тянущиеся вставки изготовлены из 100% нейлона. Теперь давайте рассмотрим реплику штанов Navy Custom от Simapa Gear. Застегиваются они также на велкро и пуговицах. Есть 5 шляжек для ремня. Также много карманов для любой из задач. Это боковые, задние на велкро, набедренные карманы на велкро и на пуговицах. Передние карманы на велкро и карманы на голени. Также почти все карманы можно увеличить в объеме, кроме боковых и задних. Существуют 3 регулировки. Это регулировка колена находится она. Регулировка высоты колена находится она на в боковом кармане, регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Теперь материалы. Состоят данные штаны на 50% из нейлона и 50% из хлопка. Тянущиеся вставки находятся в области колена и в области поясницы. Состоят они на 91% из нейлона и на 9% из лайкры. Итак, теперь у нас реплика штанов Navy Custom от фирмы TMC. Застегивается он также на велкро и пуговицах. Находится 5 широких шляжек для ремня. Карманы расположены в тех же местах. Это боковые карманы, задние карманы на велкро, набедренные карманы на велкро и пуговицах, передние карманы на велкро и карманы на голени. Также почти все карманы могут увеличиваться в объеме, кроме боковых и задних карманов. Также находятся 3 регулировки. Регулировка
высоты колена. Находится она в боковом кармане. Регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Также установлены тянущиеся вставки в области колена и в области поясницы. Они тянутся намного хуже, чем у оригинала. Теперь материалы. Данные штаны изготовлены из ткани рипсток, хлопок и нейлон. Итак, давайте теперь сравним крой, качество и цвет паттерна у реплики TMC Simapa Gear с оригинальными штанами от Cry Precision. Крой у данных реплик идентичен с оригинальными штанами от Cry Precision. Также к качеству вопросов у меня к данным репликам не было. Нитки нигде не торчали. Единственное, что я бы хотела еще раз повторить, так это то, что у TMC однотонные вставки немного тоньше, чем у оригинала. И я не знаю, насколько долго они будут вам служить. Итак, давайте теперь рассмотрим цвет паттерна. Ближе к цвету паттерна к оригиналу подходит реплика от TMC. Она такая же, она имеет такой же розовый оттенок, как у оригинала, но она немного ярче. Возможно, через несколько стирок эта проблема уйдет. Реплика от Simapa Gear не подходит по цвету паттерна к оригиналу. Видите, она немного светлее и ярче. Также по цвету однотонных вставок TMC цвет передал лучше. Сейчас вы можете наглядно посмотреть, как отличается цвет паттерна. Итак, давайте теперь подведем итог. Оригинальные штаны от Cry Precision получились очень удобные и универсальные. В этом им помог опыт ветеранов военных действий. Так, что я могу сказать вам по поводу реплик? Реплика от TMC мне не очень понравилась качеством своих однотонных вставок. Они у нее тоньше, чем у оригинала, и почти не тянутся. Сколько она прослужит, я не знаю. Реплика от Simapa мне не очень понравилась цветом своих однотонных вставок, ведь он вообще не похож на тот цвет, который вы можете увидеть у оригинальных штанов от Cry Precision. Ну а что выбрать, решать вам, оригинал или же реплику. Это было все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем пока!